закрыли. Давайте потише. У меня есть хорошая новость. Короче, я сделал свое предложение, я женюсь. Ты готов? К чему? Короче, слушай меня внимательно, брат. С тех пор, как я начал жить со своей, она заставляет меня не разбрасывать по дому носки и перед сном чистить зубы и мыть ноги. Это еще не все. Однажды, когда я пришел домой, она сидела и плакала. Я думал, случился какой-то траур. Со слезами подошел к ней. Оказывается, Кемаль умер. Кто такой Кемаль? Это персонаж турецкого сериала. Но это не самое страшное. Самое страшное со мной случилось. Моя отправила меня в магазин и заставила купить прокладки. Три капли. Так, стоп, стоп. Ни хрена я не женюсь. Что, спасли его, да? Да, спасли вроде.